Всем привет, друзья! Вы на канале Злой Кот, и сегодня в нашем обзоре будет летное училище, наполовину заброшенное. Поехали! Окна заколочены советскими плакатами. А внутри... Внутри красота. Даже есть двигатель. Но пролезть внутрь у нас, скорее всего, не получится, потому что здесь на окне металлическая решетка, через которую довольно тяжело пролезть. Если, конечно, не произойдет чудо, и проход внезапно не образуется сам собой. Здравствуйте, где у вас набор «Юный взломщик»? Спасибо. Вы это ничего не подумайте, мне дома по хозяйству просто надо. Расскажи, как у нас успехи. Ну, я думаю, что чудо произошло. Судя по всему, где-то там что-то сподвигалось, и мы теперь сможем, да, сделать то, что надо. Там просто люди, я не могу сказать, что мы залезем внутрь, а то вдруг они услышат. Идем. Ну что, друзья, тот ход оказался тоже немного, ну, внезапно открытым. Вход, который оказался, ведет в тупик. Тут как бы только вот этот зал и все ходы дальше наглухо заколочены. Поэтому нам сейчас надо будет чудодейственным образом придумать как-то, чтобы образовался другой заход. Сами мы его делать, конечно же, не будем, но мы верим в чудо, что он сам образуется сейчас. Ну вот и он. Нет, там никого. Блин, ребята, двери заколочены наглухо. Я уж не знаю, чудо слабо верится в то, что чудо сможет произойти третий раз. Мы, конечно, попробуем, но это не точно. С улицы просто палево, ездят машины, ходят люди прям под окнами. А с той стороны ходит, блин, охранник. Ну как, сторож, не охранник даже. В общем, палево. Надо лезть ночью. Но ночью тогда вы ничего не увидите. В общем, мы сейчас попробуем вскрыть. В смысле, ну как вскрыть? Мы подождем чудо. Тихо, не буянь. Давайте, пацаны.
52. Я бы так улетал. Прям настоящее крыло. В разрезе. Все его устройство. Закрылки. Шасси. Ёк-макарёк. Да тут, мне кажется, можно собрать целый самолет, да и не один, наверное, из всех деталей, которые здесь есть. Тут в коридоре висит крыло от самолета. Охренеть просто! Друзья мои, это просто неописуемо. В таком месте побывать это дорогого стоит, поверьте мне. Это просто уникальное место. И оно заброшено. Ну, конечно, отчасти его охраняет, но вы сами видите, судя по полу и по состоянию, его на первом этаже заниматься им, я так понимаю, никто не планирует в ближайшее время. Хотя было бы неплохо, если бы его восстановили. Ого. Тут радисты, что ли, какие-то упражнялись. Ребята, написано, что это класс электрооборудования. Но если что, у нас есть путь к отступлению. Потому что это куча парашютов. Если вдруг снизу придет охранник, то... Кукушка кукукает. Видите, я просто на шухере постоянно. Потому что, ну, тут реально может в любой момент охранник прийти. Вот, и если вдруг придет охранник, действительно, мы берем парашют просто-напросто и делаем вот так вот. Злой кот делает мяу. С четвертого этажа. Какие-то странные звуки здесь, друзья мои. Следы. Свежие совсем. Друзья, возможно, мы здесь не одни. От этого становится еще интересней. Меня напрягает больше всего другая вещь. То, что чтобы вылезти, нам надо пройти все те же три рубежа закрытых дверей через вот такусенькие дырочки, которые образовались вследствие чуда. Какой-то склад. Преподавательская. Сухариками пахнет. Пахнет сухариками. Черчение. Даже есть бумага. Вот у нас последние три кабинета остались. Можно будет отсюда эвакуироваться. Инженерные графики. Ох, электронно-вычислительная техника. Да уж, раньше это стоило бешеных бабок. Чудо очень узенькое. Так, ладно, последний рубеж. Ну вот и все, друзья, спасибо, что смотрели. Если вас заинтересовал этот объект и вы хотите узнать о нем более подробно,
увидеть всю территорию, как мы пробирались туда, как мы встретились с охранником, другие кабинеты, что в них находится, какое оборудование, какие стенды, то переходите вот по этой ссылке, там полная версия. Также не забывайте подписываться на мой канал. С вами был Кот, спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк, жмакнуть колокольчик. До скорых встреч!